томат 1884 США. Старинный фамильный сорт, известный с 1884 года. Индет, высокорослый, среднеспелый. Формируется в 1-2 стебля. Плоды красные, в стадии полной спелости с малиновым оттенком. Форма плоскоокруглая, ребристость умеренно выражена. Имеют отличный старомодный помидорный вкус, очень ароматные, сочные, мясистые. При формировании в 2 стебля средняя масса плода 300-600 граммов. При формировании в 1 стебель и нормировании кистей плоды достигают 1 килограмма. На плодоносных гроздьях спеет до 3-5 плодов гигантов. Томаты хорошо дозревают и отлично хранятся. Болезнеустойчивость и стрессоустойчивость высокая. Это неприхотливый, стабильный, высокоурожайный сорт реликвия.